В Одинцовской гимназии номер 4 настоящий праздник. Поздравления с юбилеем принимает почетный работник Общего образования России, директор гимназии Ирина Кузнецова. Благодарственное письмо за ваш труд, за вашу красивую дату, за ваши старания, за воспитание наших замечательных жителей Одинцовского городского округа. Вы это делаете профессионально, с любовью, с высокой зоной ответственности. И всегда на вас можно положиться. И ваши выпускники – это достойные жители нашей страны, нашей Родины, патриоты. Для Ирины Николаевны нынешний год выдался богатым на круглые даты. В 2022 году она празднует 25-летний юбилей работы в 4-й гимназии, а также 15-летие в качестве директора. Мои главные победы – удержать тот уровень, который был достигнут коллективом при Татьяне Викторовне Хадарине, при первом директоре. Школа всегда входила в пятерку лучших школ района. Сейчас говорят инновационных школ Одинцовского округа, я стараюсь удерживать эту планку. Я считаю, что это и мое личное достижение, и достижение коллектива. Под чутким руководством Ирины Кузнецовой вступили во взрослую жизнь и стали достойными людьми множество ребят. Некоторые даже вернулись в родную школу уже в качестве педагогов. И теперь вместе с Ириной Николаевной воспитывают подрастающее поколение. Она была замечательным педагогом, очень понимающим, очень чутким, очень отзывчивым. Всегда готова была помочь, объяснить, пояснить, подсказать. Мы ее все очень любили, ее уроки обожали, поэтому очень много кто сдавал ее предметы в выпускных классах. Мы очень благодарны ей, как ученики, да, за те знания, которые она нам давала. И не только предметные знания, но и знания в жизни. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».